С 8 по 10 сентября в Адыгее побывала съемочная группа Всероссийской образовательной экспедиции «СОД», которая снимала документальный фильм об образовательных проектах в системе образования Республики Адыгея. Отрадно отметить, что гости из федерального центра начали свой первый рабочий визит с Кашхабского района. Посетив 5 общеобразовательных учреждений в Ходзинском, Бличепсинском, Кашхабском и Герухаевском поселениях, в каждом из которых обучающиеся и их педагоги достойно продемонстрировали преемственность поколений в сохранении, развитии и умножении уникальных традиций, обычаев, культуры и быта адыгского народа Кашхабского района. В каждом поселении ребята встречали гостей со свойственной неподдельной традицией гостеприимства, хлебосольности. За один день педагоги и их обучающиеся общеобразовательных школ района продемонстрировали дорогим гостям из федерального центра живую связь времен и поколений, успели показать традиции гостеприимства каждого аула, уникальность обычаев и культуры, соблюдение адыгского этикета по отношению к старшим, к гостям, к своему родному языку, обычаям, гордость за своих знаменитых земляков, которыми очень богата кашхабская земля. Приезжие были удивлены такому гостеприимству и обещали вернуться уже для нового сюжета.